Чарли возится с новыми побрякушками. Алло? Пап, это ты? Сара, ты должна кое-что для меня сделать. Что именно? Проблемы? Слушай, к тебе едет один человек из роты Вика. Пусть он за тобой присмотрит, ладно? В чем дело? Кто-то меня ищет? Зачем? Тем, кто стоит за черным списком, известно, кто я. И про тебя они знают. Хочу тебя уберечь. Ну, поезд уже ушел, пап. Ладно, телохранитель, значит. Но ты ведь покончишь с этим, пап. Как только смогу. Люблю тебя. И я тебя, это уж точно. Грим, есть что о Вике? Врачи говорят, ему лучше, но пересаженной коже надо зажить. Когда он встанет на ноги? Сложно сказать. Спасибо, что следишь за ним. Не за что. Спасибо. Я дам знать, если что. Эй. Эй, Брикс. Ничего себе, поездочка вышла. Как там Олли? В больнице, ему лучше. А ты держишься? Честно? То, что сказал Нури, меня беспокоит. Что, Садик охотится на нас? Садик знает о нас почти все. Отлично, Брикс. Увидимся позже, Сэм. Счастливо. Кобин, я из Гуантанамо. Тебе там понравится. Так вы меня туда бросите? А чего ты ждал? Всяко лучше, чем сбросить меня с крыши. Привет тебе от Нури. Черт, ты меня разоришь. На этом все. Да, опять пора спасать мир. Попытайся больше не уничтожать мои деловые связи. Эй, Сэм. Грим сказала, ты считаешь, что за атакой стоит картель? Да, то есть такое возможно. Почему? Мой агент сказал, что на нашем самолете был груз, его-то они и хотели заполучить. Мексика, наркокартель. Ты что-то не договариваешь? Да, но Сэм, думаешь, только у тебя есть чутье? На этом все. Окей. Ладно, если что нужно, скажи. Поговори со мной. Отвали, Брикс. Ты хоть понимаешь, сколько мостов ты сжег за собой в Гуантанамо? А как иначе? Главный результат. Да плевать на результат. Просишь контору об услуге, а затем подставляешь. Убиваешь главного свидетеля, пусть он и был пешкой. В Лэнгли такое не прощают. Ты о чем? В общем, больше сюда не звони. И я бы на твоем месте подумал о смене работы. Thank you.
Сегодня на улицах Сент-Луиса начались беспорядки. Причина конфликта – черный список. Мирный марш, который общество Родина прежде всего проводило в парке, закончился стычкой. Скандируя «не сдаваться», участники встречного митинга решили перейти от слов к действию. Беспорядки хлынули на улицы. Полиция была бессильна. Схожие случаи наблюдают в 6 других городах, в том числе в Колумбии, Джефферсон-Сити и Брэнсоне. Слушай, приятель, у меня есть только вопросы. Я не утверждаю, что это заговор правительства. Наверное, типа подозрительно, что мы все с ума сходим из-за всяких терактов, а они в итоге полная хрень. Я не в курсе, вздумалось ли ее величеству Колдуэлл потянуть за свои ниточки и спрятать богачей в бункеры, а нас распихать по концлагерям. Но ведь на то и похоже. Нет? Задумайтесь, где был Чейни после 11 сентября? Зачем в аэропорту Денвера столько лишних полос? Я же говорю, у меня есть вопросы. И этих вопросов очень много. А вы, друзья мои, вы, да, ищите ответы. Далее в эфире передачи «Часовые правды» эксперты по ЕСе. Они считают, что за списком стоят наши мохнатые друзья. Спасибо. Скажи, если Оле что-то нужно. Ну, не считая внешних повреждений, самолет в порядке. Отлично. Чарли. Что? Есть информация о том корабле. Работаю над этим. Теракт назван «Американский огонь». Полный танкер. Страшное оружие. Что это было? Я здесь ни при чем. Грим. СМИ не отвечает. Не работает. Чарли? Я пытаюсь. Брикс, а у тебя? Ничего. Есть только свет и внутренняя связь. Это кабина пилота. Двигатели теряют мощность. Сколько мы протянем? Вопрос нескольких минут. Навигация отрубилась. Только ручное управление. Надо проверить заднюю панель. Я не успею все восстановить. Я даже не знаю, как они это сделали. Эй, приятель, отзовись. Командир, что у вас? Это второй пилот. Нужен врач. В чем дело? Капитан разбил голову, когда тряхнуло. Он плох, без сознания. Повторяю, нужен врач. Самолет под контролем? Черт. Двигатели сдохли. Пытаюсь завести. Все системы навигации блокированы. Справишься? Да. То есть нет. Попробую удержать самолет вручную, спланировать. Но нужен второй пилот. В одиночку всем этим управлять не выйдет. Брикс, свяжись с пилотом. Ты куда? За Кобиным. Попробуй резервные питания. Опять пробуй удаленку. Достань. Ничего. Дай-ка угадаю, мы в полной заднице, и только я могу нас оттуда вытащить, так? Пилот вырубился. Черт! А что второй пилот? Летит на ручном. Ясно, нужны двое. Отключи питание, второй генератор и перезагрузись. Мне нужно в кабину пилота. Выпусти меня, Фишер. Фишер, выпусти меня. Я отключу питание. И сбрось часть груза, это даст нам немного времени. Брикс, давай хвост самолета. Нужно сбросить груз. Быстро. Уже иду. Я оставлю сообщение в черном ящике на всякий случай. Это Анна Гримсдорф. Я говорю с бортвоздушного командного центра по воде. Сэм, грузовой отсек открыт. Ни хрена не могу сделать. Правительство США. Наш самолет... Нужно снизить вес! Сбрось вертушку!
Сейчас начнется бал танка, присоединитесь. Не вариант! Черт! Брикс, посвети мне! Я выстрелю! Ты попадешь в него сверху? Сейчас узнаем! Вижу цель! Погоди! Еще разочек! Так, Фишер, слушай сюда. Для перезапуска системы нужно вырубить питание. Шевелись, щиток под фальшполом, где-то под СМИ. Генератор отключен. Прелестно, теперь нужно войти в пике. Тащись в кабину, а то еще вылетишь через воздухозаборник. Сейчас буду. В чем дело? Он хочет все перезапустить на лету! Я бы уже все сделал, если бы этот кретин не мешал! Самолет упадет! А по-твоему, что с ним сейчас происходит? Пусть попробует. Работает. Фишер, надо восстановить подачу топлива. Если это сработает, на запуск у нас будет пара секунд. Блок ручной подачи топлива там. Как перезапущусь, тяни штурвал на себя, понял? Шанс у нас только один. Три, два, один. Хоп! Ну давай же, давай! Давай! Давай, 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 давай! Что тут у нас? Основные системы работают. Мы летим, но летим вслепую. Грим, внутренняя связь работает, но вся остальная еще нет. Это еще что такое? Нас атаковал вирус, аналог Stuxnet. Я восстановил СМА и полностью очистил систему, все в норме. Как инженеры запустили сюда вирус? Мы проведем расследование и выясним. Вот черт. Что еще? Вот что мы получили перед тем, как все вырубилось. Они запустили программу сохранения правительства. Что это значит? Всех шишек из армии и правительства попрятали по бункерам, чтобы наверняка выжили. Как тогда, 11 сентября? О, боже. Думаешь, последний их теракт? Мы еще не знаем, Чарли. Сосредоточься и восстанови связь.